Здравствуйте, в эфире программа «Официоз». Да шучу-шучу, в тренде. И сегодня с вами хотелось бы поговорить о приметах. Приметах, конечно же, зимних. А если вам кажется, что осенью, в ноябре, говорить о зимних приметах еще рановато, то оторвите глаза от телевизора и посмотрите в окно. Если на улице идет снег, значит, уже наступила зима. И это, кстати, была первая примета. Друзья, ну вот, наконец-то все свершилось. Совсем скоро мы с вами станем свидетелями революции в мире хореографии и переворота в мире цирковых представлений. К нам на всех парах мчится балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик». Если вам кажется, что балет и акробатику смешать под музыку Чайковского невозможно, вы ошибаетесь. Не верите? Смотрите сами. Зрителям города Улан-Удэ будет представлен чудо-спектакль, не имеющий ничего общего с привычными нам театральными и цирковыми постановками. Спектакль, в котором балет сочетается с древней магией китайского цирка. История «Щелкунчика», рассказанная когда-то Гофманом и воплощенная в балете Чайковским, обретет новую жизнь в шоу китайских цирковых и балетных мастеров. Шоу этой цирковой труппы под названием «Щелкунчик» почти что не имеет аналогов в мире. Его можно сравнить разве что с цирком «Дю Солей», ну или с моими прошлыми выходными. У нас там тоже то балет, то цирк. А так вообще нет аналогов. Данное шоу — это уникальный симбиоз акробатического искусства и китайского балета, имеющего свои яркие национальные особенности. Для участия в этой программе китайский национальный цирк пригласил признанных мастеров кунг-фу, которые органично вплели свое искусство в канву этой знакомой всем сказочной истории. Успевайте приобретать билеты, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более, что заезжают они к нам всего на один показ. И состоится это шоу 27 ноября в ФСК. Еще раз повторим. 27 ноября, 18:30. Физкультурно-спортивный комплекс. Билеты в кассе ФСК или по телефону 669-839. Самая главная примета, будет ли зима холодной или теплой, выглядит так. Если все птицы разом вдруг внезапно взяли и улетели на юг, значит, она будет суровой. Но не беспокойтесь, друзья, я своего попугайчика дома крепко закрыл, он никуда не улетел, так что зима будет такой тепловатой. Событие по праву считается крупнейшим в Сибири. В одном месте собрались профессионалы индустрии моды и красоты, звезды шоу-бизнеса, яркие представители медиа-тусовки, самые модные и стильные жители Бурятии. В этом году я участвую в двух коллекциях, две номинации «Этно» и «Протопортрет». Что модно в этом сезоне, что предлагают наши дизайнеры? Я не знаю, как бы я за модой не гоняюсь, просто я делаю то, что мне как бы душа подсказывает, мой внутренний мир, мой внутренний образ, как бы все это выходит в коллекцию. По концепции банкетный зал ресторана «Бурятия» был превращен в большой подиум. Таким образом, дефиле получилось более западным. Гости могли наблюдать коллекции с расстояния вытянутой руки, подробно разглядывая особенности кроя тканей. Дизайнерские коллекции были представлены как новичками, так и уважаемыми профи. Зрители увидели новые коллекции Милы Шараповой, Ольги Тарасовой, Александра Арзе и Игоря Сарапулова. В этом году дизайнеры соревновались в 5 номинациях – «Этно», «Прет-а-порте», «Аксессуары», «Дебют» и специальная номинация – финалист конкурса «Русский силуэт». Сегодня у нас открытие 4-й недели моды «Байкал Fashion Week». Мы сменили место, в этом году проводим не в театре, а у нас ресторан «Бурятия» превратился в единый подиум, где сегодня будет показан 30 дизайнерских коллекций. Все это состоится в формате конкурса молодых дизайнеров. Организатором недели моды является сайт модный портал umoda.ru. Особенно зрителям понравилась коллекция Аси Киселевой из Иркутска. Очень сложный пошив и декор. Пальто, расшитое серыми и черными перьями, смотрелось фантастически.
а черное длинное платье из ее коллекции было бы, возможно, заурядным, если бы рукава не достигали подола, а последний весь декорирован множеством булавок. Кстати, она и стала победителем. Очень приятно побывать в городе, посмотреть на мероприятие такого масштаба. Я думаю, что это очень важное событие для Улан-Удэ. Улан-Удэ, прежде всего, отличается обилием этномоделей, обилием этноколлекций как на русскую тему, так и на бурятскую тему. Я думаю, что это очень актуально. Почему компания МТС интересно поддерживать подобные мероприятия? В этом году нашему филиалу исполнилось 10 лет в Республике Бурятия, поэтому мы решили в очередной раз поддержать это модное мероприятие, потому что компания МТС – это тоже модно. Напоминаем, что в программе «Недели моды» большое количество других фэшн-мероприятий. На закрытии 9 ноября в арт-кафе состоится квартирник, где вас будет ждать выступление музыкальных коллективов города, рисование песком, модные преображения и многое другое. Дмитрий Алимов, Алексей Ионов, Сергей Никонов, телекомпания АТВ. Ладно, с нашими приметами все понятно. А вот, например, в Беларуси есть такая примета: до декабря отдать все долги, иначе потом всю зиму долги отдавать будешь. Хорошо, что я никому ничего не должен. Это подождите, это же мне тоже должны. Это получается, если до декабря не отдадут, это что, всю зиму потом отдавать будут? Хоть бы эта примета только в Беларуси работала, а? Хоть бы. Друзья, все готовятся к зиме по-разному. Животные в основном отращивают меха, но нас, людей, к сожалению, эволюция обделила такой способностью. Ну, не всех, конечно, но в основном обделила. Поэтому нам меха приходится покупать. Мы с вами находимся в торговом центре Саган Марин, бутик номер 422. Давайте попробуем посмотреть на местные меха. Вот такой вот магазин шуб, или я бы даже сказал, салон меха, раскинул свои владения здесь. Выбор очень огромный, есть на что посмотреть и что примерить. И, конечно же, есть что купить. Шубы из норки, бобра, мутона, соболя. Очень огромный размерный ряд. Друзья, я думаю, всем хватит. А вот моя жена этой зимой шубу не получит. Она посчитала, что 6-й iPhone будет греть ее гораздо больше. А у вас еще есть шанс, друзья. Да, поторопился я с выводами. Придется взять жене шубу. Кто ж знал, что здесь оформляют и кредит, и рассрочку. В общем, даже если нет денег, то без шубы вы не останетесь. Главное – прийти и выбрать. И это не только к девушкам относится. Тут и для мужчин много чего найдется. Ну все, друзья, они хотели равноправия, они его добились. Теперь я тоже могу смело спросить, а где моя шуба? А? Кожаные куртки, дубленки и пуховики. Все только с применением качественного меха. И вообще, в целом, успевать нужно сейчас, пока еще есть скидка 20%. Помните, для сибирского региона с нашими зимами шуба – это не роскошь, а средство согревания. Напоминаем адрес: торговый центр Саган Марин, бутик 422, меховой салон у Лизы. Ну вот, друзья, собственно говоря, зашел в пальто, ушел в шубе. Как это у них получается, а? Хорошо, что мы недвижимость не снимаем, а то я уже давно ипотеку взял. И под занавес, друзья. Помните, сбудутся приметы или нет, но зима все равно наступит. Имидж ведущего: салон красоты «Секрет». Улица Жуковского, 7, телефон 575-575.